Всем привет! И сегодня у нас в гостях мисс Шанти. Мисс Шанти, здравствуйте. Как у вас дела? У меня всегда все хорошо. Так, мы сегодня хотели, короче, приготовить барбекю, но у нас нет мяса, нет, собственно, барбекюшницы и решеток. И мы решили, короче, не запариваться. Вера приготовила нам покушать. Планка там смешается, еще драники, да? Есть. С драников вот на это. Хороший сыр, кстати. Мне не нравится. Расскажи, что было сегодня у тебя. У меня была церемония балийская. Мне понравилось. Лера работает в очень-очень крутом балийском салоне красоты. И сегодня у них церемония была, типа там все индонезы, которые работают, индонезийки, и русские девочки, они там устраивали, короче, тусу-джусу. Короче, у меня сегодня была аскеза, уборка, но это мне все воздалось хорошим обедом, вот, и прекрасной церемонией. Ты лучше расскажи, как вы в костер кидали все. А, да, мы кидали бананы, рис, что там еще-то? Кокос. Курица. Разбитый. Сначала мы взяли кокос, Нана его вот так бы бахнула, пол разбился, вода вылилась, и она его кинула в костер. Вот. Так, а что это вообще было? Ну, типа, просто мы призывали богов и очищались. Зачем? Чтобы очиститься. Поняли, да? То есть они красят людей, а потом очищаются, типа, сами. Что-то они нечистые там вообще вытворяют в этом вашем салоне. Я не буду говорить название. Ну, вот, я придумала все. Я все придумала, слышишь? Ну, надо плечи, чтобы не касались, иначе они вот так вот... Ладно, создаюсь, у нас личный стилист на пальме, ну, просто... Чуть прямые, тебе больше такие подойдут, четкие, чуть-чуть на удлинение. Мне вот слишком... Сюрприз? Она же видела. Все, это ожерелье, оно просто, я не знаю. Хай. Я говорю, он гей. Раскроет мой потенциал полностью. Прощались и знали, мы с тобой одной крови, мы небесных крови. Что происходит? Группа? Она шутит? Что шутит? Она не умеет шутить. Прыгает в очки? В смысле, блин? Покажи. Что? В смысле? Серьезно? Лера вчера лежала на нашей кровати. Она стебет тебя. Фу. Давай, пока. Она тебя стебет. Капец, мы думали, тут вши теперь у всех. Можно вот эту штуку? Короче, наверное, вот на этой прекрасной ноте. Сегодняшний день подходит к концу. Кто начинал день? А ты начинала. Сережа, ты прекрасной женщиной и со мной. Желаю вам спокойной ночи. Дальше мы продолжим без вас. И как?